Добрый день, уважаемые друзья. У кого-то добрый вечер. Я думаю, солнце зашло уже достаточно давно. Вот рад вас видеть сегодня на вебинаре. Людей у нас совсем немного. Вот я вижу, что есть люди из Якутии, из Киева. Приветствуем вас. Слышно, видно меня хорошо? Если да, просто плюсики поставьте в чате. Извините. Алло? Так, снова на связи. Плюсиков, правда, пока не увидел, но предполагаю, что слышно меня хорошо. Вот. Как правило, людей, зарабатывающих деньги в любом проекте, значительно меньше, чем участников, да, данного проекта. Это я говорю, скажем так, о программах, в которых есть, точнее, о проектах, в которых есть партнерская программа. Вот. Ну и, в принципе, в нашем проекте, который связан с реализацией тяжелой транспортной технологии, являющейся инновационной, которая не была применена в мире еще до сегодняшнего дня нигде. Вот. И мы с вами, благодаря деятельности наших партнеров сегодня, достаточно близки к тому, чтобы эту технологию продемонстрировать, засертифицировать и выйти на международный рынок. Вот. Чем интересен наш проект, я думаю, для большинства из вас это не является секретом, тем, что достаточно мудрое было принято решение и связать мир тяжелых технологий, да, с миром партнерской программы и с миром инвестиций. То есть, по сути дела, у нас такое три в одном, да, как это бывает, шампунь, что там у нас есть, бальзам и ополаскиватель, да, если мы говорим про здоровье наших волос. Вот у нас здесь есть действительно технология, которая является, по сути дела, товаром. Этот товар группы компании Skyway будет реализовываться после того, как мы засертифицируем эту технологию. У нас есть сегодня возможность стать инвестором в проект, который будет приносить очень серьезный доход в будущем. Я вижу, Надежда написала, что живет презентациями, ждет дивидендов. Да? Дивиденды, вы понимаете, будут у нас тогда, когда дороги начнут строиться, будут построены и будут приносить прибыль. И тогда с тех проектов, в которых наша компания будет принимать участие в своей технологии, будут приходить различные суммы денежных средств, и часть этих сумм будет распределяться в виде дивидендов на тех людей, которые сегодня становятся инвестором в нашем проекте. То есть наш проект нельзя отнести к такому проекту, который приносит, скажем так, возврат инвестиций мгновенно. Да? Я думаю, в мире интернета вы сталкиваетесь зачастую с рекламой, с новостями, с людьми, кстати. Да? Может, кто-то и принимал участие в проектах, в которых вам говорят, что вот, ну, 200% годовых. Да? То есть, грубо говоря, ваши инвестиции увеличиваются вдвое, если вы сегодня проинвестируете наш проект, купите какой-либо из пакетов и так далее, и так далее. Кто-то предлагает 500% годовых, кто-то 600% и так далее. У нас инвестиции в проект, который принесет первый, наверное, доход в виде дивидендов, да, в виде прибыли именно с пакетов акций в ближайшие где-то 2-3, там 5 лет. Да. Но тем не менее, кратность увеличения ваших денежных средств значительно больше, чем там 200%, чем там 500% годовых и так далее. В принципе, те из вас, кто присутствовали на наших вебинарах, на многочисленных вебинарах, будь то презентация, будь то партнерская программа, да, мы говорили, что на сегодняшний день минимальная, скажем так, капитализация ваших денежных средств на пакете стоимостью в $15, если вы приобретаете его в личном кабинете партнеров компании Skyway Capital, свыше 5000%. Вот такие вот дела, ни много ни мало. Я думаю, большинство из вас владеет информация о том, что у нас осталось буквально несколько дней, сегодня 3 число, 8 числа последний день, когда люди могут приобретать пакеты акций по дисконту 6 этапа. Да, мы переходим на 7 этап, вот. Нам необходимо привлекать инвестиции, продолжать для строительства экотехнопарка, но в связи с тем, что уже, скажем так, выполнен целый ряд работ, то, что рисковость вложения в наш проект становится ниже с каждым днем, да, меняется дисконт. И я думаю, многие из вас, кто был знаком с 15 этапами развития группы компании Skyway в период с 2014 по 2017 год, знают, что при переходе с этапа на этап дисконт будет уменьшаться. Если есть в комнате сейчас те, кто стал инвестором в январе, феврале, марте 2014 года, они мне не дадут соврать, что на тот момент был самый максимальный уровень доходности по пакетам. То есть на минимальном пакете тогда это было 100 фунтов, это было 250, на максимальном пакете это было 1500 раз. Да? Сегодня у нас уровень доходности на пакетах в личном кабинете, начиная от 53, да, это пакет стоимостью $15, вот, и заканчивая 500.
если мы говорим о стандартных пакетах. Да? Плюс ко всему есть несколько акционных пакетов, где дисконт увеличен до 600. Вот. Дисконт будет снижен значительно, да, в среднем там где-то от 20 до 40% на различных пакетах, поэтому если у вас у самих уже есть какое-то количество денежных средств, которые вы можете проинвестировать в наш проект, будет логично, если вы сделаете это сейчас, вот, и предложите большому количеству людей, которые есть вокруг вас, стать совладельцами нашей технологии, получать в дальнейшем доход от либо продажи пакетов, которые они могут приобрести сегодня, либо ожидания дивидендов, да, которые мы будем выплачивать с прибыли. Что хотелось бы еще сказать, да? Чем наш проект необычен? Наш проект необычен тем, что он похож, ну, примерно вот на ситуацию, которую я иногда, скажем так, рисую на наших вебинарах. Представьте себе, да, конец 70-х годов, вот, вы живете где-то там в США, либо в Канаде, и к вам обращается либо Билл Гейтс, либо Стив Джобс и говорит: друзья, у меня есть хорошая задумка, мы уже сделали там, скажем так, первое устройство, мы написали первые программы, и знаем, что это будет, скажем так, использоваться в мире повсеместно. Многомиллионная армия потребителей в дальнейшем будет пользоваться нашими программами и продуктом. Если вы сейчас проинвестируете там на 100, 200, 300 долларов мой проект, соответственно, вы будете миллионером. Вот. Трудно, да, представить себе такое сейчас, потому что, в принципе, все это реализовано. Сегодня те люди, которые на первом этапе сделали инвестиции в проекты Стива Джобса, Билла Гейтса, там, Amazon.com, да, вот сейчас вот буквально недавно у нас вышла статья, и в новостях вы можете прочитать о том, что господин Безос предлагает, да, и говорит о том, что в ближайшее время промышленность будет вынесена за пределы земной атмосферы. Да. Это то, кстати, о чем говорит Юницкий уже на протяжении 40 лет. Так вот, у нас сегодня ситуация похожая. Анатолий Эдуардович Юницкий обратился к вам, к людям, проживающим в разных уголках земного шара, и сказал следующее: вы сегодня можете стать совладельцами крупнейшей в ближайшее время транспортной компании. Рынок транспорта, он, скажем так, очень емкий. На нем крутятся там миллиарды и триллионы долларов США. В перспективе 30-50% рынка транспортного, да, это будет технология Skyway, технология небесных дорог. И те из вас, кто сегодня станет, скажем так, по своей возможности, по мере своей возможности, да, на те денежные средства, которые вы можете инвестировать безболезненно в наш проект, вы станете совладельцами данной компании, и позднее на эти доли компании, которые вы сегодня приобретете, будет распределяться прибыль в виде дивидендов. Но у нас еще есть одно преимущество. У нас есть партнерская программа. То есть, опять же, если сравнивать нас с большинством компаний, работающих на рынке MLM, на рынке, скажем так, партнерских программ, как правило, входя на любой рынок, где они работают, они уже приходят, скажем так, устоявшимися, есть компания, есть ее руководство, есть владельцы этой компании, да, есть товары и услуги. И, как правило, эти компании предлагают людям стать потребителями товаров и услуг, и если, скажем так, вы хотите зарабатывать серьезные деньги, вы можете приложить свои усилия, моральные, духовные, физические, построить большую сеть потребителей, создать многомиллионные товарообороты для этой компании, и, может быть, в этом случае, скажем так, вам будет предоставлено право стать совладельцами какого-то небольшого, может быть, большого пакета акций этой компании. Компании из мира MLM, которые предлагают своим участникам, партнерам, потребителям продукции и услуг, да, стать акционерами, ну, их там буквально, может быть, 1-2 десятка, не более, да, то есть это крупные компании, и есть из них те, которые, акции которых котируются на крупных международных биржах. Вот. У нас все по-другому. Вы сразу становитесь совладельцами компании и в дальнейшем будете получать доход от реализации в каждом отдельном месте, да, единицы товара. Товаром у нас будет технология, которую мы продемонстрируем. А сейчас у вас еще есть возможность, предлагая данную возможность, да, компания Skyway Capital эту возможность дарит всем. То есть это люди, неважно, где вы живете, неважно, сколько вам лет, неважно, скажем так, из какого социального слоя вы произошли, да, где вы сейчас находитесь и так далее, каждый имеет по мере своей возможности стать совладельцами пакетов акций. Тем более у нас еще, скажем так, несколько дней действует пакет стоимостью 15 долларов. Эти пакеты вы можете покупать в процессе, скажем так, взаимодействия с нашей компанией то количество раз, которое посчитаете нужным. А вот партнерская программа, которая у нас есть, да, это инструмент, который позволяет вам сегодня создавать серьезный источник дохода. То есть компания щедро делится с теми, кто дает информацию о развитии нашего проекта. И процент, в зависимости от вашей квалификации по партнерской программе, вам выплачивается на бонусный и на акционный счет. То есть вас вознаграждают за, по сути дела, информационную рекламную деятельность. Да. Вам не нужно, кстати, самим открывать какое-то рекламное агентство, вам не нужно там арендовать какие-то офисы, в принципе, это далеко не обязательно. Вот.
Главное, чтобы вы разобрались в технологии, главное, чтобы вы поняли, что она из себя представляет. Ну и, наверное, успеха добиваются в первую очередь те, кто в это дело верит, да, кто понимает, о чем они говорят, вот, и которые с открытой душой, скажем так, и добрым сердцем дают эту информацию тем, кто их окружает. А не только с целью того, чтобы, скажем так, снять кого-то какое-то количество денег, вот, и ублажить свою душу здесь и сейчас, скажем так, чего-то себе купив, вот, приобретя и так далее, и так далее. Потому что проект достаточно долгосрочный, ну и в мире партнерских программ, как правило, получается хорошо у людей, которые действительно стараются давать людям возможность. Возможность изменить жизнь, да? Возможность, скажем так, приобрести что-то, что они очень сильно хотят. Реализовать какие-то ближайшие цели. И вот мы иногда разговариваем с людьми, которые начинают строить партнерскую программу, они спрашивают, а что людям предлагать? Там технологию, вот и подробно они рассказывают, но я вроде бы человек, который не относится к миру транспорта и не инженерное у меня образование. Да? Инвестиции, так я вроде бы не инвестор, у меня нет образования, чтобы говорить людям, что из себя представляют инвестиции и так далее. Самое простое, если мы возьмем узкий аспект, да, развития нашего бизнеса, партнерскую программу, вы можете людям предлагать решение их вопросов и проблем благодаря данному инструменту. А уже, скажем так, пригласив их на презентацию, на встречу с вашим вышестоящим партнером, где им дадут информацию о нашем проекте, они дальше уже определятся из технологии, потому что о ней можно почитать, посмотреть, послушать, да, вот, и с возможностью зарабатывания денег здесь. Итак, друзья, партнерская программа сегодня – это возможность создания источника дохода, причем не нужно делать каких-то тяжелых физических усилий, не нужно, скажем так, тратить огромное количество сил и энергии, а задача, по сути дела, работать с информацией, разобраться в ней и давать эту информацию своему окружению. И в случае того, что, скажем так, если вы делаете ставку на развитие своей партнерской структуры, помочь людям, последовавшим за вами, доносить эту информацию и помогать развиваться уже их партнерам. То есть это включается ваша глубина. Итак, давайте посмотрим, что из себя представляет наш маркетинг-план. Он достаточно простой, сразу хочу сказать. В мире партнерских программ существует огромное количество маркетинг-планов. Они бывают разные, скажем так, от бинарных, там, матричных, онлайн-маркетинг, да, выплаты по уровням, там, классические, ступенчатые и так далее. То есть разновидностей много, бывают сложные, смешанные маркетинги. Вот. Работает большое количество программ. Вот одно из преимуществ нашего маркетинг-плана, он прост, действительно простота. Действия, кстати, которые нужно делать вот, по информированию людей, да, о чем-то интересном и хорошем, я не могу их назвать легкими, но я могу их назвать простыми. Вот. Вам не нужно ничего усложнять, да? Вам нужно делиться тем, что понравилось вам в нашем проекте. И в принципе, такие подобные действия вы делаете ежедневно, потому что порой вы совсем не задумываетесь, да, над тем, что вы говорите людям что-то хорошее. Вот вам понравилось что-то, продукты, кино, там, отдых где-то, да, там много чего вам может в течение дня там, или в течение месяца или недели понравиться, и вы с удовольствием делитесь этой информацией со своими родными, близкими, друзьями, знакомыми и так далее. Подход к нашему бизнесу такой же. Поделись с человеком тем лучшим, что у тебя есть, тем, что тебя, скажем так, вдохновило. Не нужно это делать с излишним фанатизмом, да, с такими горящими глазами, и, скажем так, с криком, что если ты этого не сделаешь, то ты точно завтра умрешь там, или в твоей жизни случится там 33 несчастья. Не надо. Если вы разобрались, дайте информацию кратко, пригласите на встречу, как я вам сказал, с третьим лицом. Третьим лицом может быть вебинар, ваш наставник, живая презентация в вашем городе. Кстати, вот сейчас нас не так много, хотел спросить, все ли знают, где найти информацию о том, когда, в какое время и в каком городе проходят живые презентации. Вот те, кто не знает, поставьте минус, пожалуйста. Я пока вернусь к нашей партнерской программе, а для тех, кто не знает, потом в конце вебинара расскажу, как эту информацию найти. Хорошо? Итак, друзья, маркетинг-план состоит у нас из 6 квалификационных уровней, 6 ступенек, то есть это 6 уровней карьеры. Самая простая – клиент, да, то есть она не включена ни в какую квалификацию, это просто человек, который зашел на сайт нашей компании по чьей-либо реферальной ссылке, зарегистрировался. У него появилась возможность заходить в свой личный кабинет, знакомиться с информацией, задавать вопросы службе технической поддержки, обращаться к нам в Москву по телефонам, либо прямо с сайта, да, задавать вопросы, что мы из себя представляем. Менеджеры нашего отдела информационной поддержки с удовольствием вам дадут полную информацию по этой картине. Вот. И клиент, он имеет следующую возможность. Он может даже выбрать из перечня пакетов акций, которые у нас есть в личном кабинете, купить себе пакет, но так и остаться на уровне клиента-инвестора. Да? То есть, в принципе, он человек, который
разобрался, даже поверил, да, в то, что данные инвестиции принесут ему большую пользу в недалеком будущем. Но, возможно, он не хочет никому давать информацию об этом проекте, может быть, стесняется, может, боится, может быть, скажем так, боится тех стрел, что родные и близкие скажут, куда ты влез там и так далее, и так далее. Да это, в принципе, его право. Он остается на уровне клиентов и не зарабатывает ничего. И есть совершенно противоположная картина. Да? Клиент, который зарегистрировался на сайте компании Skyway Capital и даже еще не купил никакого пакета, но понимает, что здесь есть возможность получать доход, он заходит в раздел личного кабинета «Инструменты партнера». Там есть три пункта. Маркетинг-план, это план вот, вознаграждения, о котором мы сейчас говорим, баннеры и реферальные ссылки. И ни один из этих разделов недоступен до тех пор, пока в баннере есть информация, да, что данный раздел будет вам доступен только тогда, когда вы подпишете партнерский договор. Нажимает человек кнопку, у него высвечивается договор, он может с ним ознакомиться, и что нужно сделать, я рекомендую это сделать всем, да, и потом ставит галочку «Согласен с условиями» и «Подписать». После того, как он это делает, сайт прогружается, и после этого у него становятся доступны реферальные ссылки. Вот без реферальных ссылок вы структуру построить не можете, и деньги зарабатывать вы здесь тоже не можете. Потому что именно по ним, а передать, кстати, реферальные ссылки вы можете посредством интернета, да, это электронная почта, мессенджеры различные, типа Skype, Mail.ru агента, Google Hangout и так далее, так далее, так далее. Можете просто отправлять в соцсетях, можете ставить статусы в соцсетях, если захотите, да, там, везде есть статус. Вот, люди, нажимая по этой ссылке, могут зарегистрироваться, и тогда у вас начинает формироваться ваша партнерская структура. Итак, человек, который был клиентом и зашел в раздел «Инструменты партнера», подписал договор, он становится партнером. И даже не купив пакеты, у него появляется возможность накапливать деньги на бонусном на акционном счете, давая реферальные ссылки людям, которые его окружают. В повседневной жизни, тех, которых он хорошо знает, и посредством интернета. Так вот, партнер имеет возможность получать 15% с первого уровня. Что это значит? Если по вашей реферальной ссылке кто-то зарегистрировался и взял себе какой-либо из пакетов, неважно, на $15 или на $150 000, да, 15% от этой суммы вам будет начислено на бонусный счет. И до 8 числа включительно такая же сумма будет начислена на акционный счет. По акционному счету сразу поясню. Акционный счет – это подарок. Подарок Юницкого, подарок компании, нашего холдинга. Да? То есть те деньги, которые у вас попадают на акционный счет, вы можете только потратить на приобретение пакетов акций, скажем так, из раздела «Инвестировать» на стандартный, из перечня стандартных пакетов. От $15 до $150 000. То есть пакеты в рассрочку, акционные пакеты на деньги с акционного счета приобрести невозможно. Вот. Но, тем не менее, это подарок компании. Накопив какое-то количество денег благодаря своей активной деятельности на акционном счете, вы просто можете их реализовать на один из пакетов, тем самым увеличить портфель инвестиций в нашем проекте. Это здорово, кстати. Вы не вкладываете каких-то денег, никакие ресурсы свои денежные не истощаете, да, в последующем, то есть инвестируя деньги в наш проект. Но, тем не менее, вы можете периодически... Кто-то более активно строит партнерскую структуру, кто-то менее активно, но если у вас происходит товарооборот в вашей глубине, вот даже на уровне партнера, вплоть до 4 уровня, вам начисляются те проценты, которые вы видите. 4% со 2 уровня, 2 с 3 и 1 с 4. На уровне партнеров находится большое количество людей, и в принципе многие из них не прочь получать периодически какие-либо деньги, да, на то, чтобы вывести их, возможно, либо просто докупать себе пакеты акций. Таких людей у нас тоже много, которые, скажем так, строят, ну, не сильно, скажем, шибко, не сильно быстро свою партнерскую сеть. У них есть какие-то более серьезные источники дохода, как они считают, и они реально такие могут быть. И они все деньги, заработанные в нашем проекте, просто вкладывают обратно в приобретение каких-либо пакетов акций. Есть те, кто активно строит сеть и вкладывает деньги в приобретение пакетов акций и пользуется, скажем так, суммами денег, которые он может вывести со своего бонусного счета. То есть партнер 4 уровня глубины и от 1 до 15% с товарооборота, который создает ваша структура. Следующая квалификация называется у нас консультант. То есть это следующий уровень карьеры, и вот здесь к вам уже выдвигаются какие-то условия. Да? Причем они не являются какими-то драконовскими и очень уж там невозможно выполнимыми. То есть если вы сами приобрели пакет акций нашей компании от $100 и более, причем это можно сделать одной закупкой, да, вы знаете, у нас есть пакеты от $130 и дороже. Вот. Либо даже вы можете взять себе там
рассрочку на $50 ежемесячно в течение 6 месяцев, которые есть на сегодняшний день, пакет Senior, да, оплатить двойную, получить дополнительный, скажем так, пакет акций подарочный, в этом случае там порядка 22 тысяч акций еще, да, к тем, что вам предлагается 65 тысяч. И если в вашем первом поколении будет два человека, которые точно так же купили пакет акций на сумму от $100 и более, третье условие, суммарный товарооборот личный ваш и вашего первого поколения партнеров должен быть не менее 300. Картинка, которая там 100 ваших и 2 по 100, полностью соответствует выполнению третьему условию. Как только это происходит, вы становитесь консультантом. И вам начисляется уже 15%, как и было с первого поколения, но со второго уже 5, с третьего 3, с четвертого 2 и добавляется еще 1% с уровня пятой глубины. Деньги также на сегодняшний день до 8 числа включительно распределяются 100% на бонусный, 100% на акционный счет. Это консультант. Лидер. Ну, как правило, лидер – человек, за которым уже следует какое-то количество последователей. Да? Неважно, там 1, 2, 3, он уже лидер какой-то группы. Вот. Их может быть 1, 2, 3 сотни. Соответственно, вы лидер, скажем так, большого коллектива. Так вот, чтобы стать лидером, необходимо самому проинвестировать наш проект на сумму $200 и более и пригласить не менее 3 людей, их может быть 20, но чтобы хотя бы 3 в вашем первом поколении проинвестировали наш проект на такую же сумму, от $200 и выше. Суммарный товарооборот в этом случае ваших, скажем так, покупок акций и первого поколения должен быть не менее $2000. Почему я сказал, что там может быть 10, 15, 20 человек, да? Вот. А могут быть 3 человека в вашем первом поколении, которые купят, например, по $500, да, акции нашей компании, и вы сами 500 купили. Соответственно, всего с 3 людьми, но которые сделали серьезную инвестицию в наш проект, вы можете стать лидером. Вот так это происходит. Товарооборот также распределяется на сегодняшний день 100% на бонусный, на акционный счет. И в этом случае, когда вы стали лидером, первое поколение у нас до мастера включительно 15%, второй уровень вам уже здесь будет 7, а не 5, третий уровень 5, а не 3, четвертый уровень 3%, пятый уровень 2%. И добавляется шестой уровень глубины, с которого вы будете получать 1%. То есть товарооборот, который создает ваша команда, то количество, скажем так, процентов вы начинаете получать с разных уровней. Следующая квалификация, она называется мастер. Мастер – человек, который уже очень здорово умеет делать то, что он делает. Да? То есть неважно, в какой отрасли вы мастер, скажем так, тот, кто не умеет ничего делать, его мастером не назовут. Вот. Единственное, может быть мастером неудачи. Да? Квалификация мастера, она, опять же, преследует три условия, точнее, ей соответствуют три условия. Первый из них – это ваши личные инвестиции на сумму от 1000 и выше. И в вашем первом поколении должно быть не менее 3 человек, которые стали лидерами, да, то есть у них уже есть свои команды. Вот. Суммарный товарооборот ваш и первого поколения должен быть не менее $5000 США. Когда это условие выполняется, то у вас до 9 уровня увеличивается глубина, с которых начисляются проценты, да. Первое поколение, как и на предыдущем квалификационном уровне, 15%, второе, третье, 7,5%, но четвертое уже 4%, пятый уровень 3%, шестой уровень 1%, и дополнительно у вас появляется 7, 8, 9 уровень глубины, с которых компания вам выплачивает по 0,5% с товарооборота, который создает ваша структура и команда. Эксперт, то есть до недавнего времени, где-то месяца два назад, ну да, где-то так, это была высшая квалификация по маркетинг-плану нашей компании. Условия здесь следующие. То есть вы лично инвестируете наш проект на сумму от $5000 и выше. Как я уже говорил, вот на первой даже квалификации, да, там на консультанте, эта цифра может сложиться накопительно. То есть с самого начала взаимодействия с нашей компанией все, что вы приобретаете, оно вам идет в плюс. В первом поколении у вас должно быть не меньше 2 мастеров, а суммарно в вашей структуре должно быть 3 мастера. И товарооборот первого поколения вместе с вашим товарооборотом должен быть не менее $10000 США. Выполнение этих 3 условий дает вам право стать экспертом. То есть эксперт у нас начинает зарабатывать вплоть до 20-й глубины. Первое поколение, кстати, у эксперта, вот, это первая, скажем так, квалификация, где не 15% становится, а 16%. Если вы стали экспертом, кому-то даете информацию, либо люди, находящиеся в вашем первом поколении, продолжают приобретать для себя пакеты акций, вы начинаете получать 16% за эти инвестиции. Второе, третье, четвертое, пятое, шестое, девятое, все то же самое, что и на квалификации мастер, то есть 7, 5, 4, 3, 1 и 3 раза по 0,5. И с 10 по 20 уровень, с 11 уровней глубины вы начинаете получать от 0,2% от созданного товарооборота.
Это квалификация эксперта. Высшей ступенькой маркетинг-плана нашей компании является топ-эксперт. Человек, который проинвестировал в наш проект на сумму не менее 10 тысяч долларов лично. Да? И в его первом поколении есть не меньше 3 экспертов. То есть людей, которых он воспитал, помог развиться, да, до квалификации, до 5-й квалификации, до 5-й ступеньки по нашему маркетинг-плану. Все эти 3 эксперта должны находиться в первом поколении, и суммарный товарооборот ваших личных закупок и товарооборот первого поколения должен быть не менее 30 тысяч долларов США. Когда это происходит, вы начинаете выбирать максимальную глубину до 24 уровня. Да? Дополнительное вознаграждение по отношению к эксперту — это 17% с первого поколения и 0,1% с 21, 22, 23, 24 уровня глубины. Вот таков маркетинг-план. Очень простой, скажем так, да, фиксированные выплаты. У него большое количество преимуществ, мы об этом с вами еще сегодня поговорим, я постараюсь недолго занимать ваше время. Вот. И казалось бы, можно было остановиться, потому что маркетинг-план в принципе и так вкусный, сладкий, да, и денежный. Вот. То есть вы можете получать до 17% на высшей ступеньке с первого поколения, и вот те проценты с глубины, которые здесь расписаны, от 0,1 до 7%, вплоть до 24 уровня. В данной таблице, по сути, все условия, о которых мы сейчас с вами говорили, они прописаны. То есть партнер у нас получает вознаграждение с 4 уровней глубины, консультант с 5, лидер с 6, 9 уровней у мастера, 20 у эксперта и 24 у топ-эксперта. И условия, которые необходимо выполнить, вы видите, да, В – это объем личный, начиная с консультанта, заканчивая топ-экспертом, от 100 долларов до 10 тысяч долларов. И суммарный товарооборот первого поколения вместе с учетом ваших личных инвестиций. От 300 от консультанта начиная и заканчивая топ-экспертом 30 тысяч долларов. Опять же сделаю важный акцент. Все это накопительно. Все это накапливается. То есть это не надо делать там в течение недели. Это не надо делать в течение, скажем так, каждого месяца по новой. И подтверждать все это время. Да? Это вы делаете один раз. И единожды достигнув какого-либо уровня, вы, скажем так, закрепляете эту квалификацию следом за собой. Но компания пошла дальше, потому что вот те условия, которые мы обсудили, 2 месяца назад руководством компании было принято решение добавить еще один дополнительный бонус для тех, кто активно расширяет бизнес в первом поколении. Да? Ну, чтобы человеку было выгодно продолжать, скажем так, информировать людей о данной возможности, чтобы человеку выгодно было рассказывать людям о возможности приобретения пакетов акций в рассрочку, вот добавили данный бонус, который еще на 3% может увеличить ваш доход с первого поколения. Здесь есть несколько условий, но а суть этого бонуса проста. То есть каждый новый месяц, с первого числа, там, да, с 0 часов 1 минуты, у нас начинается новый отчетный месяц. Так вот, в течение этого отчетного месяца, если в вашем первом поколении было куплено 4 пакета и покупается 5, да, то есть один человек купил, там, второй, третий, четвертый, раз 5 человек купил, то за предыдущие пакеты, как и положено по маркетинг-плану, вы получили 15% в вашем первом поколении, а за 5 уже вам начисляется 16%. И плюс ко всему отдельной транзакции начисляется 1% за предыдущие 4 пакета. То есть получается ситуация, что за все 5 пакетов компания вам начислила по 16%. Бизнес у вас дальше продолжается, строится, месяц не закончился. Получается 6-я проплата, 8-я, 9-я. Раз, 10-я проплата. Вот за 10-ю транзакцию вам сразу начисляется 17%, а за предыдущие 9 дополнительно 1%. То есть опять это все выглядит, как будто все 10 пакетов в первом поколении у вас были куплены, и за каждый из них вам начислили по 17%. Если вы продолжаете дальше развивать бизнес, структура в первом поколении у вас развивается, люди платят, например, рассрочку, да, и дело доходит до 19-го, например, пакета, соответственно, с 11 по 19 вам начисляют 17%. А за 20-й, если вы успеваете в течение одного месяца, у вас получается 20 покупок пакетов акций в первом поколении, вам начисляется 18%. И с этого момента, если продолжаются покупки в первом поколении, 18% за каждый купленный пакет. А за предыдущие 19, когда вы получили, скажем так, 18% за 20-й, начисляется 1% от суммарного товарооборота, который был сделан при покупке вот тех 19 пакетов в вашей структуре. Очень хороший бонус, который стимулирует, в принципе, делать простые действия, да, не забывать о черновой работе, как иногда это называют в MLM, в общем, скажем так, не терять тонус к тому, чтобы вы могли давать информацию новым людям, приходящим в ваш проект, да, соответственно, вы еще можете зарабатывать дополнительно 3%.
Вы видите, что у меня здесь выделены, скажем так, цифры 15, 16, 17 и 18 синим, зеленым и красным цветом. То есть это для квалификации до мастера включительно. Соответственно, у эксперта все начинается с 16% и добавляется по одному, да, 16, 17, 18, 19. У топ-эксперта, если он достиг этой квалификации и выполняет условия бонуса, соответственно, ему дополняется к тем 17%, что у нас есть, 1%, то есть 18, 19 и 20. Условия какие есть по выполнению данного бонуса? Это все четко соответствует одному отчетному периоду в течение месяца, то есть с 1 по последнее число месяца. Один пакет у вас, точнее, один человек может у вас купить несколько пакетов. Он может их купить 1 числа, 5, 20, там, 25. Все это идет зачет. То есть сколько бы пакетов человек не купил, если он у вас в первом поколении, это все, скажем так, включается, выполняется условия данного бонуса. Для получения данного бонуса учитываются покупки людей, кто в вашем первом поколении есть, и оплачивает рассрочку. Это тоже очень здорово. Соответственно, если у вас есть 20, скажем так, пакетов, купленных людьми в рассрочку, вы будете за все эти пакеты, которые они будут выплачивать каждый месяц, получать по 18%, либо 19, либо 20, в зависимости от квалификации. До мастера это будет 18, выше мастера это будет либо 19, либо 20. Пакеты могут быть куплены как теми людьми, которые давно зарегистрированы в проекте, да, так и новыми людьми, которых вы привлекаете сейчас в наш бизнес. Ну и вознаграждение также начисляется одинаково до 8 числа включительно на бонусный номинационный счет. Вот такой прекрасный бонус. Да? Как я говорил, мы сейчас с вами кратко обсудим преимущества и достоинства нашего маркетинг-плана. Одно из них, наверное, которое не попало, я сделаю акцент на нем немножко позже. Итак, маркетинг-план накопительный, я это уже говорил, с самого первого дня сотрудничества с нашей компанией. Далее, кто-то к плюсу это относит, кто-то к минусу, но таковы условия, то есть квалификационным у нас считается первый уровень. То есть если у нас был когда-то маркетинг-план, где считалось там первый уровень, объем всего товарооборота структуры, сейчас только первый уровень. Поэтому может сложиться ситуация, что в вашем первом поколении люди покупают маленькие пакеты, там их много, тысячи человек, но там они все купили по 15-30 долларов и все. А в глубине может идти активное развитие, то есть там лидеры структуры и так далее. Соответственно, вы не будете расти в квалификации. И я не хочу сказать такую вещь, что смотрите, там отшивайте тех, кто готов купить маленькие пакеты. Нет. Просто из тех людей, которые пришли, могут проявиться лидеры. Помогите им развиться. Да? Рассказывайте, не боясь тем, кто ищет возможности, скажем так, серьезного увеличения своих доходов. Они будут теми лидерами, которые купят и большие пакеты, и будут развивать структуру. Вывод денежных средств вы можете осуществить, если на вашем бонусном счете накопится не менее 30 долларов США. Условия роста квалификации, соответственно, мы с вами говорили, это объем ваших личных инвестиций и инвестиций партнеров первого поколения. У нас нет обгонов и потерь структуры. Ну, для тех, кто, скажем так, не сразу понимает, о чем я говорю, в мире MLM-программ часто существует ситуация. То есть я в определенной квалификации, меня кто-то догнал. Есть целый ряд компаний, которые сразу забирают эту ветку, и я больше никогда не получаю вознаграждения с этой ветки, то есть мне в принципе все равно, есть она или нет. Да? Дальше, есть компании, которые просто перестают выплачивать вознаграждение с этой ветки до тех пор, пока не поднимусь до следующего уровня квалификации. Вот. Есть еще целый ряд компаний, у которых разные условия в этом случае. Да? Есть те, которые забирают структуру, передают вышестоящему спонсору и прочее, прочее. Вот. Либо уменьшают ваше вознаграждение. И так далее. У нас вы продолжаете получать те положенные проценты, которые вы и получали до этого момента, фиксированно с каждого уровня. То есть неважно, выше у вас человек квалификации в первом, во втором, в третьем поколении или нет, вы будете получать в соответствии с тем, с той ступенькой карьеры, да, которую вы сейчас занимаете. То есть вот это очень важно. У вас никто не отнимет никаких денег. То есть товарооборот на этих уровнях, который будет производить, от него будет считаться процент и вам начисляться. Еще очень важный момент, на который я хочу обратить внимание. Квалификация, когда вы выполняете ее, присваивается вам фактически сразу. Вам не нужно ждать окончания недели либо месяца, как это часто происходит в других компаниях. Да? Есть огромное количество компаний, наверное, процентов 80, где вознаграждение выплачивают раз в месяц. То есть вы выполнили квалификацию 1 числа, да, но это уже другой месяц. И весь месяц нарабатывали товарооборот, и вы получите этот процент, скажем так, с квалификацией низшей, хотя вы вроде выполнили условия высшей квалификации. Вам потом ее присвоят в конце месяца, и уже только следующий месяц вы будете получать процент, который, скажем так, соответствует квалификации более высокой. Хотя вы месяц уже, скажем так, уже находились в этом статусе практически, только, ну, такие условия. У нас
вы получаете статус в тот же день фактически. И очень важный момент, который здесь не прописан, вознаграждение, которое вы получаете на свой бонусный либо акционный счет, вам тоже начисляется сразу. Да, там, ну, в зависимости от аврала, который у нас происходит. Вот 1 числа, например, да, перед первым числом до 6 часов там были задержки, но это максимально, что у нас было, поэтому в тот же день вам приходит вознаграждение на бонусный счет, и вы можете снимать, заказывать, скажем так, вывод денежных средств хоть несколько раз в день, если они там приходят большими суммами, там, до обеда, после обеда и так далее. Вот таким вот образом. Это тоже большой плюс, если сравнивать нас с какими-то еще проектами, в которых есть многоуровневое партнерское вознаграждение. Сумма, которую вы можете сделать, размер инвестиций в наш проект составляет $15, да, зарабатывать вы можете не одну сотню, не одну тысячу долларов в месяц. Очень важный момент, что единожды поднявшись на какую-то ступеньку карьеры, я уже это говорил, да, вам не нужно подтверждать свою квалификацию. От вас никто не будет требовать там, повторить в следующем месяце такой же товарооборот, либо в следующем квартале, либо в следующем году. То есть вы квалификацию выполнили, она ваша. Вниз вы упасть уже не можете, а вверх вырасти можете, если вы еще не топ-эксперт. Соответственно, все зависит от той деятельности, которую вы, скажем так, проводите ежедневно. Как говорит Рэнди Гейдж, в принципе, и в нашем проекте в том числе, достаточно затрачивать 7-10 часов в неделю, чтобы начать успешно продвигаться к ситуации, которая вам позволит зарабатывать либо дополнительный доход, да, либо потом, когда вы будете зарабатывать здесь серьезные деньги, подумать, что у вас является основным источником дохода. У нас высокий процент выплат с первого поколения, с учетом бонуса, о котором мы говорили в конце, дополнительного до 3%. До 20% у нас можно зарабатывать с первого поколения. И вплоть до 24-й глубины вы зарабатываете от 0,1 до 7% выплат с товарооборота, который делает ваша команда. Нет ограничений по количеству тех, которых вы можете пригласить за собой в этот бизнес. Я вижу, что вот была переписка, да, по поводу там, количества людей приглашенных и так далее, сколько подписалось. Но смотрите, есть разница между людьми приглашенными и подписанными. Да? То есть приглашенные – это просто те, кто от вас получил информацию. Вот. Какое-то количество из них регистрируется. Вы знаете, опять же, количество зарегистрированных людей будет зависеть от разных факторов. Вот. Один из них, наверное, тоже очень важный, потому что все-таки бизнес по MLM-программам – это бизнес в сфере людей, в сфере человеческих отношений. И если вы на момент принятия решения сотрудничества с нами, скажем так, в своем окружении имели достаточно высокий уровень авторитета, то вероятность того, что за вами пойдут большее количество людей, их будет и 79 человек, не 4, гораздо выше. Да? Если вы в своей сфере прослыли все-таки не совсем, с положительной точки зрения, это будет сделать сложнее. Да? Большинство людей, которые являются гуру MLM бизнеса, потому что данный бизнес существует официально с 1950 года, да, хотя началось все немножко раньше. Как правило, большинство людей, которые стали успешными, стали миллионерами, они начинали работать с людьми, которые их окружали, со своим ближайшим окружением. И почти все они рекомендуют так и делать, да? Потому что то, что я говорил, мы делимся лучшими возможностями с кем? С теми, кто нас окружает, с теми, кого мы любим. Если вы разобрались в проекте, если вы понимаете, что это манна небесная, да, вот скажем так, в будущем, что сейчас можно зарабатывать и так далее, ну, это, наверное, приравнивается к самоубийству, не рассказать это тем, кто вам очень близок и кому вы желаете успеха. Но не факт, что они вас услышат. Вот тут вторая сторона включается. Да? У людей куча сомнений. Нас, скажем так, огромным количеством различных новостей ежедневно с утра начинают запугивать обо всем. То есть мы живем и сомневаемся. Мы прожили какой-то там промежуток времени своей жизни, и нам по мере нашего роста в саду, в школе, где-то еще говорили, что вот, знаешь, добиваются успеха единицы, у тебя нет способности, либо там чего-то еще, мы в себе сомневаемся. И люди вокруг нас точно такие же. У кого-то уровень сомнений гораздо выше, чем уровень желания зарабатывать больше денег. Еще, наверное, важный совет. Не пытайтесь, скажем так, притащить всех, кто вас окружает, в наш бизнес, правдами, неправдами. Вот неправдами вообще никого не надо тащить. То есть дайте людям трезвую оценку того, что есть, и пусть они сами на себя берут ответственность принятия решений. Не покупайте кому-то за свои деньги пакетов акций с целью, что вот они вас когда-то поймут. Могут понять, но в большинстве случаев не понимают. И начинают, скажем так, усиленно в вашем окружении информировать всех вокруг, что у вас, скажем так, только справки нет, да, так вы стали немножко не в себе, вот. Поэтому помогайте развиваться, да, в принципе, даже давайте информацию тем, кто готов ее услышать.
На начальном этапе, я знаю, многие делают ошибку, они пытаются рассказать всем. Вот они начали, встретились с человеком. Человек как бы так рассказывает о чем-то своем, что в его жизни происходит, а вы начинаете ему говорить технологии Юницкого и так далее, и так далее. Он вас не слышит. Лучшее, что вы можете сделать, если вы общаетесь с кем-то, да, это ваши друзья и так далее, выслушайте их внимательно. Они вам расскажут о своих проблемах. И просто скажите: слушай, ты так много рассказал, я знаю, как тебе помочь. А что, а как? И не надо сразу рассказывать. Сказать: давай вот там завтра, послезавтра с тобой либо встретимся, либо там я тебе позвоню, ты же в интернет выходишь, да, ну вот поговорим, там завтра вечером я с тобой свяжусь. И потом просто еще раз, когда его набрали, сказали: слушай, мы вчера с тобой так много говорили, ты так много интересного рассказал, что у тебя куча проблем, так вот, я тебе обещал их решить, час времени нужен. Сейчас вебинар о том, как мы можем с тобой все это сделать, а потом мы с тобой поговорим. Не факт, что он пойдет следом сразу за вами на вебинар, либо на встречу с вашим там наставником и так далее. Но тем не менее, кто-то пойдет. И опять же делаю акцент, не все после вебинара, не все после встречи с вашим наставником станут вашими партнерами, либо инвесторами, да? Большинство будут задавать вопросы, и это нормально. Скептицизм – нормальное качество, скажем так, вообще человеческого индивидуума, да, потому что он все в своей жизни воспринимает через сито тех знаний, которые он получил на тот момент, того опыта, который у него есть, навыков и так далее. Да. Сомнения, опять же. Многие люди могут сказать: да ну ты чего, я же зубной врач, как я буду в мире инвестиций тут крутиться и так далее. И такие возражения вы можете слышать часто. Но это не проблема. Опять же, вы можете человеку предложить возможность увеличить, скажем так, уровень его дохода, пусть даже в будущем он станет инвестором. А для тех, кому деньги нужны здесь и сейчас, сказать: слушай, действия простые, я тебе помогу. Мой наставник тебе поможет. Да? У нас есть информационная поддержка, да? Люди, которые работают в Москве, которые могут тебе тоже помочь, давать информацию тем, кто будет регистрироваться и так далее. Ты хочешь реально изменить что-то? Да, давай вместе это сделаем. Вот таким вот образом. Поэтому, вы знаете, технология действительно замечательная, интересная. Я попал, кстати, сам на мероприятие большое, где рассказывали про технологию, меня она вдохновила. После чего я задал вопрос руководству компании: можно ли у вас работать? И меня вот, скажем так, послушали, когда я пришел, там побеседовали, сказали: хорошо, давай, будешь с нами трудиться. Вот. Возможность получения дохода тоже хорошо, но большинство людей, которые вас окружают, они хотят решить какие-то свои вопросы. Вот и слушайте их. Я не говорю сейчас про кнопки какие-то, да, про мастерство, скажем так, нахождение болевых точек на душе человека, чтобы туда надавить, скажем так, выдавить кучу слез и сказать, и чтобы он согласился с вами работать. Нет, этого не нужно делать. Вот. Но человек может открыться вам, рассказать, что бы он хотел, а вы ему можете сказать: слушай, а я знаю, как это решить. Вот и все. Еще одно достоинство, скажем, нашего маркетинга до сегодняшнего дня – это начисление денег за вашу проделанную работу как на бонусный, так и на акционный счет. После 8 числа на акционный счет сумма будет начисляться в 2 раза меньше, чем на бонусный. Это принято решение руководства. Анатолий Эдуардович Юницкий, когда мы начинали движение посредством краудинвестинга, говорил: мы не будем все время дарить, скажем так, акции на акционный счет в том же размере, который был. Мы проделали большой объем работы, есть люди, которые нам поверили, мы сейчас создаем экотехнопарк, строим его, да, и последнюю неделю, кстати, было огромное количество новостей по этому поводу, вот. Поэтому условия меняются. Те, кто поверил в начале, наверное, они будут более всего вознаграждены, в принципе, это справедливо, вот. По большому счету, то, что я хотел вам рассказать, я уже рассказал, и вот кто-то мне писал таки, да, что... Не знаю, где найти расписание офлайн-мероприятий на нашем сайте. Давайте я вам сейчас просто это дело покажу. Сейчас поделюсь экраном. И в браузере введу. Так, на наш сайт я уже попал. Программка сейчас деление экраном со мной, точнее, возможность поделиться экраном откроется. И я вам покажу, где вы можете все легко находить информацию о том, в каком городе и во сколько будут проходить какие мероприятия. Если будет информация не совсем полная, вы можете зайти и, скажем так, там есть контакты человека, который ответственный за данный регион. Так, включить показ рабочего стола. Все дольше грузится, чем обычно. Скажите, это одному человеку только было интересно, да, как я понял? То, что я сейчас показываю. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите их, пожалуйста, в чате, что касаемо партнерской программы.
Так, ну вот, загрузилась у меня программка. Я нажал «Начать трансляцию» и перехожу на страницу нашего сайта. Смотрите, у нас есть сайт компании Skyway Capital, на котором вы зарегистрировались в большинстве своем. Вот у нас есть о компании. Сейчас мы уберем вот эту вот рекламу. И есть раздел «Региональные лидеры». Да, вот он, третий сверху. Нажимаем на «Региональные лидеры». У нас загружается страница, где идет информация о тех людях, которые развивают наш бизнес в регионе. Да? То есть вы сразу можете посмотреть, кто, где, здесь фотографии, какие города, телефоны. Это одна польза от данного раздела. Вторая. Те люди, которые из вас хотят стать региональными лидерами, они могут нажать вот здесь «Запись на собеседование». У вас высветится форма. Давайте мы это нажмем. В которой нужно будет оставить свои данные. Кто вы, откуда. Да, тут есть вот вопросы, которые необходимы. И статус в регионе и опыт сотрудничества компании Skyway. После того, как вы заполните данную информацию, она попадет тем людям, кто занимается развитием лидерских структур, и с вами свяжутся. Но я вам хотел показать именно вот то, что касаемо мероприятий, офлайн-мероприятий. Видите, тут написано расписание ближайших офлайн-мероприятий в мае. Вчера было сформировано расписание в июне. Вот, и здесь написана ссылка. Соответственно, либо сегодня это дело заменят, да, либо уже заменили. Вы можете нажать на эту ссылочку, и у вас высветится информация касаемо мероприятий в целом ряде городов, которые проводят живые презентации. То есть живые презентации – это также инструмент для развития вашего бизнеса. Рекомендую их использовать, если такая возможность есть. Если в вашем городе, либо в соседнем проходит живая презентация, ну, она очень эффективна, потому что когда вживую общаются с людьми, вот, да, отвечают на их вопросы, вот, это важно. На вебинаре это гораздо сложнее. Вот, если бы я видел ваши, скажем так, 15 пар глаз сейчас, да, то хотя бы что-то можно было определить. Сейчас я вам даю информацию, единственный, скажем так, вариант взаимоотношений, сотрудничества вот на данном вебинаре, это ваши вопросы в чате. Которые, кстати, я смотрю, фактически нет. Напоминаю вам, что сегодня будет вебинар, который будет проводить Григорий Мирошниченко, да, о способах, методах развития бизнеса. Сегодня, точнее не сегодня, а осталось несколько дней, фактически до среды включительно, да, когда у нас действует старый дисконт. Вот, все, что вы сделаете сегодня, это будет закладка фундамента, если это говорить о партнерской программе, да, и развитии вашей партнерской структуры на седьмом этапе и так далее. Вы знаете, что стоимость пакетов, которые у нас будут в личном кабинете, она не меняется. Меняется наполнение акциями этих пакетов. Сегодня тем людям, которым вы информацию дадите, и они примут решение, ну, по сути дела, вы им очень здорово поможете. Потому что, скажем так, пройдет там 2-3 года, одна отдельно взятая акция будет стоить $1 США. Если он купит, например, пакет сейчас за $1000, да, в котором 300 тысяч акций, их будет гораздо больше, чем это сделает, например, после 8 числа. Там уже вот как бы сейчас, вы понимаете, в чем интерес, вот чем наш бизнес, опять же, наверное, немножко необычен, да? Люди, наш продукт не дорожает с точки зрения трат денег или инвестиций людей, да? То есть вот он сегодня $100 потратил, либо после 8 числа, он это не ощущает. Вот. Если бы это было как автомобиль, да, вот представляете, что вот сегодня там Hyundai Solaris стоит 600 тысяч, а с 8 числа он будет стоить 700 тысяч. Вот. Это вроде бы существенно, хотя один и тот же автомобиль. А у нас ситуация обратная. Мы покупаем, скажем так, за те же деньги, но немножко разные вещи. Вот тот автомобиль, который можно купить сегодня, он немножко круче, чем тот, который будет за те же деньги завтра. Понимаете, да? В принципе, на рынке то же самое, по большому счету, происходит. Но вот это людьми осознать сложно. Я иногда общаюсь с сетевиками, которые там по несколько тысяч долларов в месяц зарабатывают. Они говорят, да, дисконт для меня не столько важен, там, в принципе, я вот пока разберусь и так далее, и так далее. Я говорю, смотри. Дисконт не важен, потом ты мне, может, скажешь, да, слушай, а если бы я купил тогда, у меня что было, 50 тысяч долларов на выходе? Я говорю, да. Но ты ж не готов был слушать тогда. То есть вы с себя где-то снимаете какую-то обиду, да? Человек может потом обидеться на себя, хотя долго на себя обижаться тоже вредно. Вот. Можно уйти в серьезное чувство вины, блин, перед собой, перед семьей и так далее, и сильно расстроиться в итоге. Не рекомендую этого делать. Итак, друзья, если в принципе вопросов никаких нет, осталось только поблагодарить вас за то, что были сегодня со мной. Вот. Людей у нас было немного.
Я всегда говорю, пришли те, кто хотел разобраться, может быть, закрепить какую-то информацию. Вот. Татьяна, нет, давайте я вам объясню. Смотрите, компания Skyway Capital, да, это партнер корневой компании по привлечению инвестиций. Как вот, кстати, говорил Юницкий, он говорил это на вебинаре на большом, когда, вот, скажем так, был телемост, когда Сибиряков пытался говорить, вот, нам расскажите нам, как вы будете там организовывать конференцию и так далее. Юницкий сказал следующее, нет, друзья, подождите, стоп, мы занимаемся реализацией технологий. Я руковожу компанией, которая, скажем так, работает с железом, со струнами, с этими, с бетоном, да, скажем так, с моими мыслями, с моими мозгами, которые реализовывают то, что я придумал. А вы организовываете конференции и привлекаете инвестиции. Так вот, компания Skyway Capital входит в один и тот же холдинг, в который входит компания РСВ. Да, вот, когда-то у нас была одна компания. Ну, давайте рассмотрим такой пример. В принципе, я не знаю, пусть даже вот на локальном нашем рынке есть, например, производитель автомобилей ВАЗ. Представьте, что вот он автомобили производит, и только оттуда осуществляется продажа. То есть на рынке это не совсем логичная ситуация. Да? Появляются дилеры. Вот. Мы являемся, скажем так, партнерами по привлечению инвестиций, входим в один холдинг с компанией РСВ, и люди, которые приобретают пакет акций в компании Skyway Capital, они в течение, скажем, месяца у нас аккумулируется количество людей, которые приобрели пакеты, в конце месяца этот список передается в корневую, и там записываются эти люди в реестр, основной реестр держателя, то есть вы становитесь собственником этой технологии. Но компания Skyway Capital, это Skyway Capital, RSV System, это RSV System. Условия инвестирования немножко отличаются, хотя дисконты, скажем так, в итоге-то они равны. Вот. У нас есть, скажем, большая градация пакетов по сравнению с RSV, да. Опять же, я не говорю, что кто хуже, кто лучше. То есть там есть инвестиции на $100, там на 500, на 1000, на 2 и так далее. У нас есть промежуточный пакет. Там, и на $60, и на 30, и на 130, и на 350, и на 550 и так далее, и так далее. Вот. Но мы как бы делаем что? Привлекаем деньги и отдаем их в реализацию технологий. А вы благодаря вот этой партнерской программе, которая у нас есть, имеете возможность получать источник дохода до выхода группы компании Skyway с технологией на мировой рынок транспорта. Поэтому корневая компания, Skyway Capital – это Skyway Capital. Понимаете, что у нас, скажем так, предусмотрена сумма для, точнее, количество акций, которые могут быть реализованы посредством краудинвестинга, это порядка 60 миллиардов штук. Да? Вот. И не исключен вариант, что может появиться какой-то фонд. Да, вы знаете, существуют различные фонды, которые привлекают инвестиции в себя и людям предоставляют возможности быть совладельцами каких-либо проектов, там, акций и так далее, и так далее. Сейчас может прийти обратиться к Юницкому Анатолию Эдуардовичу, там, какой-либо руководитель фонда. Они могут провести переговоры. Этот фонд примет решение, что готов, скажем так, купить 5 миллиардов акций у нашей корневой компании, да, и вот эти 5 миллиардов акций своим путем каким-то распространять среди людей. Могут они это сделать? Могут. Выгодно ли нашей компании приход значительной суммы денег в реализацию инвестиций? Выгодно. Поэтому если вдруг появится еще одна компания, которая будет, скажем так, владельцами пакетов акций, группы компании Skyway по каким-то своим способам и методам распространять эти акции, ну, я думаю, ничего плохого в этом нет. Важно понимать, что это разные проекты. Я опять же сейчас не то, чтобы крамольную вещь скажу и так далее, мне иногда задают вопрос, хорошо, вот есть сейчас там одна компания, вторая, третья, да, и четвертая, вот. В какой вот, нужно ли во всех покупать и так далее. Я всегда говорю определяться вам, но если говорить именно о построении большой крупной партнерской структуры, всегда говорю, сконцентрируйтесь на чем-то одном. Вот. И развивайте какое-то одно направление. Если вы это будете делать, это опять же не я там гуру MLM бизнеса и так далее, об этом говорят все миллионеры этого бизнеса. Вы не можете одновременно даже два проекта одинаково развить успешно. Какой-то будет хромать. А если будете их несколько вести сразу, пусть даже в одном направлении, у вас все они будут, скажем так, кидебобером, боком как-то вот развиваться и так далее. А у ваших людей будет каша в голове. Когда вы сами зарегистрируетесь в 3-4 там проектах, да, и всех будете регистрировать, поверьте мне, у вас вы потом сами устанете людям объяснять, что, где и как. Людям сложно порой понять, да, касаемо инвестиций, маркетинг-плана одного проекта, а у них их будет минимум 3, например. Вот. Они не являются гуру в этом. Как вы думаете, это будет подспорье для них или косты?
Поэтому я рекомендую всегда остановиться на чем-то одном и активно в этом развиваться. И все. Не расставляя плюсов, кто хуже, кто лучше. Поймите это сами. Вам будет проще. Проще будет вашим людям. Есть еще какие-то вопросы? Кроме того, продеваемой компании или нет? Если нет, давайте тогда на какое-то время с вами расстанемся. Я появлюсь снова на экранах в понедельник с презентацией нашей компании, да? Вот, и там следующие вебинары. Следите за расписанием вебинаров в личном кабинете, потому что у нас проходит очень много различных мероприятий онлайн. Они проходят на целом ряде уже европейских языков. Вот, и у вас у всех есть возможность привлекать партнеров с тех регионов, для которых язык, например, родной, французский, словацкий, чешский, венгерский, да, эстонский. То есть, пожалуйста, в ближайшее время у нас уже появятся люди, которые будут проводить на английском языке. Это еще, скажем так, целый ряд стран, откуда вы можете привлекать людей. Вот. Наш сайт переводится, опять же, на целый ряд европейских языков. С английским практически уже все закончилось. То есть вы видели, да, англоязычная версия сайта и кабинета для удобства наших партнеров. Поэтому было бы ваше желание развиваться, двигаться, помогать себе, своим родным, близким и тем, кто вас окружает в этой жизни. Спасибо вам большое за внимание. Всем до новых встреч. До свидания.